Всем привет! Это Tip-Top TV, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Сегодня у нас с вами опять обзор товаров из Fix Price. Давайте же, наконец, приступим. Появились соусницы, но они уже были, по-моему, год или два назад. Теперь опять появились. Штука нужная. Здесь 140 мл, стоит 50 рублей. Полочки настенные. По 99 рублей. Есть такие черные, есть белые. Сделано в Китае. Написано, что МДФ. Но это больше похоже на какой-то такой синтетический материал, типа вспененного пенополистирола. Собирается очень легко, держится крепко. Как конструктор, посмотрите, как красиво, здесь даже есть сердечко, и я думаю, что можно и так попробовать, но таким образом будет еще лучше. И, конечно же, крепеж есть в комплекте, даже дюбели и саморезы. Очень была я довольна, когда увидела велосипедные светодиодные фонари, они всего лишь под 77 рублей, был еще синего цвета. Как же все-таки они светят? Потому что у одного фонаря красный пластик, у другого белый. Я взяла сразу два. Написано, что два режима свечения, постоянный свет и мигающий. Удобный силиконовый ремешок для крепления на перекладину. Вот. И с помощью нажатия вот сюда на лампочку. Лампочка светодиодная, мерцающий свет. И затем уже вот постоянное свечение. Светит не очень сильно, это, конечно, не фара, но для ориентирования в темноте, да еще за 77 рублей, это вообще прекрасно. Тем более, что батарейки уже идут в комплекте, ремешок силиконовый, смотрите, как здорово. Вот так можно надеть на трубу любого диаметра велосипедную. И вот такой еще велосипедный светодиодный фонарь. Здесь уже 5 светодиодов, в отличие от вот этих малышек, где здесь по одному светодиодику, но зато здесь очень хороший рассеиватель. Здесь же, посмотрите, какой интересный, и он стоит дешевле, 55 рублей. Несколько режимов свечения делает велосипед более заметным на дороге. Но единственный минус, что батарейки в комплект не входят. Здесь есть сзади вот такая силиконовая кнопка, держатель. Подойдет для любой велосипедной рамы, потому что здесь есть вкладыши, регулируется с помощью винта. Открывается легко, просто здесь снимается крышка. Здесь есть вот такое кольцо резиновое, уплотнительное от защиты от влаги. Значит, теперь вынимаем вот этот светоотражатель и видим, что здесь 5 светодиодов. Вот единственное, что здесь заморочка вот с этим открыванием. Не очень удобно все это. Особенно если вдруг в пути придется заменить батарейки. И, конечно же, это не герметично, вот попадет вода, вот это вот не спасет резинка. Первый режим просто горит, как красная фара. Дальше мерцающий свет красный. Мерцающий медленный красный тоже свет. Вот такие бегающие огоньки. И бегающие в другую сторону. И бегающие слишком быстро. И все. Дальше из полезностей. Долго я смотрела уже давно, несколько месяцев, на сумку для инструментов. И, наконец, придумала ей применение. Стоит она всего 50 рублей. Я ее буду использовать для садовых инструментов. До этого были черные в магазине. Мне они не очень нравились. А вот такая зелененькая, желтая окантовка как раз то, что надо. Она водонепроницаемая. Вот такие кармашки удобные. Сюда можно всякие совки и пакетики с семенами. И все что угодно складывать, и ножницы, там, и секатор. Все это, смотрите, как здорово, надевается на пояс. Здесь есть регулировка, удобный карабин. В общем, удобно использовать. И вот такой цвет веселый, согласитесь, очень даже здорово. Подспорье, потому что иной раз в руках все просто не умещается. За 99 рублей увидела подхваты для штор. Они очень простые. Вот здесь кольцо получается. С прищепкой можно и вертикально штору подхватывать,
и по бокам. Тут уже фантазия ваша подскажет, как применить. Такие подхваты очень хороши, особенно для кухонных штор. Очередная новинка в отделе рукоделия – это наборы для вышивания, а именно вышивание бисером. Первый раз такие увидела именно в фикс-прайсе. В комплект идет канва, бисер, игла, леска и инструкция. И посмотрите, да, 4 цвета, и притом здесь не сплошная вышивка должна быть, а только вот здесь, где отдельные такие участки. То есть это хорошо для начинающих или для детей, кто любит рукоделие, творчество. Канва проклеена с обратной стороны флизелином. 25 на 17. Вот это точные размеры. Из продуктов питания очень много у меня находок в этом месяце. Например, козинаки. Он всего по 8 рублей 30 копеек. Козинак из подсолнечника. С собой куда-то перекусить. И козинак кунжутный 10 рублей всего стоит. Вообще кунжут — это источник кальция полноценный. В этот раз еще увидела паштеты. Что-то я слышала, что многим нравится. Паштет печеночный со сливочным маслом. Паштет шпротный я нашла еще по 16,60, а печеночный 25 рублей. Сделано по ГОСТу Рузком. Фирма, а печеночный паштет Барс, тоже по ГОСТу. Состав: рыба копченая, крупа перловая, масло растительное, лук, вода питьевая, соль, перец душистый, перец черный молотый. Что в перечне идет в самом начале, значит, этого продукта больше всего. А здесь же паштет печеночный. Я вообще купила 2 баночки. Одну открыла, уже начала есть бутерброды, а потом думаю, дай-ка прочитаю состав. Когда я прочитала состав, у меня уже аппетит уменьшился. Хотя паштет вкусный, вот посмотрите, он такого приятного цвета, кремового. Но в составе посмотрите, что. В общем, на первом месте печень, затем идет масло сливочное, а затем уже идут мозги. Лук, соль пищевая, сахар, перец душистый, ну и так далее. Состав, в принципе, неплохой, но, не знаю, не очень-то хочется есть паштет из мозгов. Икра из кабачков. Икра просто имеет волшебный вкус. Изготовлена эта икра в Краснодарском крае. Славянск на Кубани город. Здесь 680 грамм, стоит всего 55 рублей. А есть икра славянская овощная. Здесь еще добавлена тыква. В общем, эта икра очень вкусная, нам всем понравилась, изжоги от нее нет. Дальше, если говорить о продуктах, постоянно покупаю сок Сады Придонья по 50 рублей, обычно в магазинах по 70 и выше. И оказывается, есть еще акция по этим сокам, дают еще по 8 баллов дополнительно на карточку. И это неплохо, согласитесь, потому что получается уже сок стоит не 50 рублей, а еще минус 8 рублей. Обнаружила ананасы консервированные, часто очень требуются такие кусочки ананасов в салаты с куриным мясом. Это очень вкусно. Все это сочетается. По 99. Конечно же, я взяла приготовитель Кения. Половинки персиков тоже требуются постоянно и в выпечке, и в какие-то салаты добавлять фруктовые, ну и вообще их просто так вкусно есть. Они по 99 рублей тоже, здесь 420 грамм, они уже произведены в Греции. Долго я смотрела вот на эти сидушки для табуреток, для стульев, они по 99 рублей. Короче говоря, я дождалась, что все их разобрали, осталась одна с деревьями, теперь ищу вторую пару к ней, а то и две мне нужно. Пришью какие-нибудь завязочки или резиночки для того, чтобы эта сидушка не слетала с табурета. Вот эти пупырышки очень хорошо, кстати, удерживают. 38 сантиметров сидушка на табурет. Еще появились железные баночки металлические, всевозможные. Сложно удержаться, потому что они всего лишь по 50 рублей, по 55 вернее. Здесь 1,7 литра. Где-то крышки поцарапаны, где-то, когда открываете, вот здесь вот вмяты, потому что они очень такие мягкие, наверное, получается, мягкий металл, и с ними надо очень аккуратно обращаться. А если один раз уроните, то все уже, так что следите внимательно,
выбирайте в магазине, чтобы были не помятые. И, наконец, последняя покупка – это нижнее белье. Поскольку лето впереди, облегающая, естественно, одежда, и требуются трусики-невидимки, можно так сказать. Вот, написано, что для занятий спортом по 77 рублей. Естественно, полиэстер. Вот такие невидимые тут резиночки. 85% полиамид, 15% эластан. Стирать при 30 градусах. И посмотрите, здесь приклеена хлопковая вот такая вставочка. Но единственное, что они, конечно же, маломерки. 46, это скорее всего на 44-46. И еще что мне не понравилось, 48 размера вообще нет. И, то есть самый большой это 46. Есть еще телесного цвета и черного. Мне не понравилось, что сзади, посмотрите, очень высокие вот здесь вырезы. То есть если эти трусы будут в обтяжку, все равно будет видно. Они не будут невидимками, все равно они здесь будут врезаться. Боковой шов, хоть он и плоский, но он все равно будет выделяться. Если у вас сверху облегающая одежда, допустим, или леггинсы какие-то, или платье трикотажное, очень облегающее, все равно вот эти трусы, это белье будет видно. Ну а я надеюсь, что мой обзор был, как всегда, вам полезен, а также интересен. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. По традиции желаю вам здоровья, благополучия и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной!